Существует беззаконие, когда судебные исполнители в окружении охраны военизированной совершают штурмы, рейдерские захваты женщин и детей, ворваться в квартиру без предупреждения в 6 часов утра, напугав ребенка и захватив эту квартиру, угрожая этой женщине, говоря ей о том, что мы тебя убьем, если ты будешь сейчас сопротивляться, и никакие твои силы тебе не помогут, ты должна отсюда выходить, не предупредив ее об этом. Это противозаконные действия. И с этим согласятся все здравомыслящие люди. Дело в том, что этот судебный исполнитель, который в прошлом году вынудил женщину совершить акт самосожжения, когда он забирал ее дом, он спровоцировал ее на это, он продолжает творить эти беззакония дальше. И фамилия его Ельтоков. И этот человек должен сидеть в тюрьме. Потому что существуют законы, законные права каждого человека. И существуют законные права ребенка, потому что он является гражданином нашей страны. В этом доме их четверо. И их выбрасывали на улицу. Скажите, это единственное жилье? Это единственное жилье этой женщины. По закону не имеет же права? По закону не имеет права. Но закон не существует в данном случае.